Ну, в общем, сегодня выехал, сегодня, слава богу, солнце. По радио рассказывает неизвестно что. Вот, перед каждым светофорчиком вот такая, ну, перед каждым перекрестком получается вот такая хрень. Грубо говоря, для того, чтобы человек понимал, что сейчас будет перекресток, такой мини растянутый полицейский. А вот школа, кстати, уже дети прибежали в школу. Сегодня мы имеем пятое января. И детишки бегают. А вон они все играются там. Опять прыжок. Неправильно живут. Очень неправильно живут. Все ровно, все чисто. Все красиво. А у нас температура -2. Опять я еду за бабушкой с дедушкой. Для того, чтобы забрать, потому что сегодня последний день. Сегодня мы пойдем по магазинам. Эти сторожки лесопедные, дома. Вот это вот взлетная типа полоса. Здесь с собаками гулять запрещено. 30 км в час. Осторожно, дети. Знак. Обозначение. Опять же, то есть перед каждым перекрестком вот такая вот хрень. Причем она должна быть обязательно... Блин, надо тише сделать. Другого цвета. Не знаю, по какой причине сегодня все повышивали вымпелы, а не флаги. И еще вот такой момент, то есть вместо полицейских у них вот такая вот хрень посредине, кругляшок такой, для того, чтобы, причем сделан из камней, из бута, вот он. Вот это вот то, что я говорил. Тут, кстати, еще одна какая-то хрень сделана, вот это все. Опять же, дети, улички, не разгоняться опять, вот это вот. Тын-дын. Да, сегодня хороший день по сравнению со вчера. Вот этот день на день не приходится. То есть получается, что один день жуть, второй день ветер, третий день солнце, и буквально через 5 минут эта погода может измениться. Вот эти домики были построены, поселочек. Вот тут, кстати, я так полагаю, что живут евреи. Там еврейский был значок. Что там, дедушка наш не гуляет нигде. Не видать дедулю нашего. Приезжаем. Оп. Сейчас пойдем посмотрим, что они там делают. Выходим на уличку. Чик. Тук-тук, здрасте. Прошла и полгода. Не ждали? А что это вы смотрите? Вы же на датском языке?